Свободному! Свободу незаконно арештованому популістову! Там ніхто не буде нападати. Це мирна акція протесту. Свободу під колесом! Свободу під колесом! Свободу під колесом! Свободу! Свободу під колесом! Відпустіть його! Действительно, Алексей, видеоконференция. Зачем издеваться? И Федорак делает тоже. А что не будем? Давайте крутите.
А чё, в прошлый раз крутили? В прошлый раз нас побывали. А кто? Вот тут это вся вот эта гомосятина тут была, блин. Да что ты мне рассказываешь? Ты думаешь, если они в шлемах маски были, я их сейчас не вижу? Я не ошибаюсь. Как ты предлагаешь мне по снегу идти в тапочку? Надо накручивать. На руках неси. На руках неси, как ты я буду по тапочке? На улице мороз. Как я буду идти в тапочке? Вы сами стоите в казенных ботинках. Я говорил, оденьте. Над людьми издеваете. Меня вывезли вот так. Вот так. А он судья давал указания, пусть дает тележку, чтобы меня перевезли. Или лопату возьмите, снег раскидайте. Не, снег раскидайте. Я говорю, снег раскидайте куда? Смотрите, я в тапочках. Меня вытягивают в снег. Снег, он будет тебе підсадить, пронесе по снегу. Куда подсадить? Не, вони до нас. Только по сторонам. Да несут, да, ну давай. Сажи, папа. Рука, бедно. Ты вот это снимаешь, покажи его на телевидении. Конечно. Хорошо? Да. Я скажу, вы знаете, в любом выпадку в него вчинки краще, ніж у судьи и прокурора. В нього вчинки краще. Ви ж знімайте, як вони себе. Він не є, скажімо, зірцем правосуддя, да? Як у нас правосуддя називається. Прокуратура, все інше. Образцово показательне. Це Підмалівський. Що ви з нього хочете? Що? Це Підмалівський. За то, что у вас в суде это работа, за это получают деньги, для того, чтобы соблюдать законность и так далее. Нет, так вы же снимаете, вы... Він же є поки що не засудженою людиною. То есть, згідно законодавства, він ще є, ну... Я ж ви не пилиш, у нас сейчас скажут, крутили его. По снегу, в тапочках, намокли сразу же, носки намокли, до свидания, приезжают в дом. Статья, как его выкинули с камеры, забрали, что значит не обулся? Да, прикол тянется от себя. Без звучания. Так 120 все туда ездили, чтобы... 120 все, а? Для того, чтобы сняли. Да, это что они? Это они. А я тебя вызвать? Следующую оперативную группу вызвать. Так и 120, да? Да, что тут чиняется злочин. Жена меня зафиксована. Или это что? Типа выкинули у вас с машины. С машины. Снимаем, мы все снимаем, все снимаем. Тут извертает. А нет. Доброго дня. Мое прізвище Машер. Звуть мене Ігор Васильович, я директор правозахисного відділу громадської організації «Організований захист громадян». Ми зараз знаходимося в місті Гребінка біля будинку суду, де відбувається мирна акція протесту. Ми хочемо викликати собі оперативну групу, бо тільки що нам стало видно, що члени нашої організації Подмарійського, якою конвоювали з ізолятора тимчасового тримання до вміщення зали суду, він знаходиться роздітий, босий. Тобто, ну, це катування. І ми хотіли це зафіксувати, викликати звідчі оперативну групу. Машер Ігор Васильович. Машер Ігор Васильович. 12.02.83 року народження. Я знаю, що це не я, поэтому ну, я тебе не бачу, правильно? Адреса вулиця Гоголя, місто Черкаси, вулиця Гоголя, 323, квартира 1. Хто знав, то тому як бідь. Що ви так називаєте? Як у вас називається? Саш. Ярослава Мудрого. Ярослава Мудрого 4. Місто Гребінка. Полтавської області. Полтавської області. Гребінківського району. Подмалівський Олександр Юрійович. Да. Здесь звезда, если столько народу прямо в Осмолису собрали всех. Это ж вы в это время, вместо того, чтобы раскрывать ваши служебные базы, раскрывать громкие преступления, раскрывать в это время становиться будущие Шерлоки Холмса, я не знаю там, да? А в это время вы стоите в качестве конвоя, а? Да. Ай-яй-яй. Вот такая у нас судьба, да? Дякую. Даже шлема у нас всех нет. Дякую. Наверное, один, да, на гребенку? Провоцируєте, да? А що я провоцирую? Підсипить.